начнем с дороже. Первая, вторая. Здесь будет у нас бонуса. Как обычно все. Вот тут у нас баннер. FM 102.8. Середина, да, его? Угу. Единственное, на уведение. Ну что, вот так вот начинаем это прекрасное морозное утро. Погода замечательная. У нас солнышко ясно, морозец стоит легкий. Трасса готова, участники ТОП-32 готовы. Здесь у нас все, выезжаем сейчас на первую прогревочную, так скажем, тренировку. Поедем сейчас в паре, покатаем с Дэном. В общем, все по красоте. Буду держать вас в курсе. Тем временем у нас начались ТОП-32. Буквально вот прям первые заезды. Я в следующем сейчас сторисе прикреплю вам ссылочку на трансляцию. Подключайтесь, смотрите, болейте за нас. Выезжаем на заезд ТОП-32. Сейчас будем биться. Темпа мало, но будем его искать на ралли. Вот поедем с этой желтой двойкой и буду делать все, что от меня зависит. Ну что, вот и проехал свой заезд ТОП-32. В целом, по результату я его проиграл, но хочу я вам сказать, что собрался и сделал действительно все, что мог. С учетом особенностей моего автомобиля есть некоторые корректировочки, которые мы обязательно внесем на второй этап. Но в целом я благодарен и команде, и спонсорам, которые подготовили такой замечательный автомобиль. Есть вот он, небольшие потери, фендер, дверь помялась с одной и с другой стороны. Но в целом это все боевые раны, которые не бывают. Точнее, всегда бывают в автоспорте. Что могу сказать? Опыт кладем в копилочку. Обязательно выложу мой парный проезд. Это в... Че? Иду, это уже пятый дубль, я пытаюсь записать. В общем, выложу обязательно свой парный проезд. Зацените, посмотрите. Чуть позже поделюсь эмоциями, которые появились в моей голове благодаря вообще всей этой зимней истории, зимнему чемпионату. И это стоит того. Спасибо всем, кто поддерживает, и до новых включений, которые будут буквально, я думаю, минут через 15. Пацаны, вот ответственно мы сейчас стоим с Серегой, и да, он вам сейчас расскажет вообще вкратце и в двух словах, что как, потому что ну столько сообщений, я просто не в силах обработать. Серег, как в целом, вот в двух словах, чего? В двух словах, сегодня отличная погода для зимнего дрифта в Красноярске, и этап отличный. Я приеду еще, и надо как бы повышать свой скилл именно здесь. Ну, договорились. Так что, ребят, все, у Сереги все в порядке, все с ним хорошо, ему все нравится, улыбается, поэтому
Хотелось бы проехать с тобой вот чисто в заезде, было бы вообще кайф. Слушай, я думаю, мы успеем еще катнуть. В общем, все круто, все здорово, не переключайтесь, следите за новостями. Смотрите, еще вам покажу вот такие красивые двоечки, копеечки. Это BM Best Motors. Очень красивые копеечки, двоечки, такие все прям начищенные, нализанные, яркие. И чуваки еще на них круто валят. В общем, все ништяк. Сейчас мы их тут отметим. Сейчас у нас, в принципе, здесь все заканчивается. Остается только официальная часть, это награждение. Сейчас тоже вам сниму, покажу. И дальше будем собираться домой. Ну и, конечно, по команде Forward Auto не могу вам не показать. Тем более вы просили. Вот у нас двоечка стоит. Видимо, запасная. Это у нас Гочина как раз праворульная. Вот, как и просили, показываю вам. Здесь все в порядке, на правом руле, на ручнике. Все как полагается. Вот такая вот она, красивая, начищенная. Толя Зарубин, Вова Чепчан и Александр. Нет, это не Александр, это Дамир Диатулин. А это Александр Андриади. В общем, тоже очень красивая команда, красивый состав. Вот такие тут яркие краски этой зимы. До новых встреч. Ну и эксклюзивно для вас, как вы просили, подкапоточка этого замечательного автомобиля. Вот он, рулевой редуктор. Все цилиндры, все дела. Видите, как с коллектором тут это все дело уживается. Все аккуратно, красиво. В общем, все по классике. Это у нас награждение. Командный зачет. Вот так вот он распределился. Ну да. Ура! Поздравляем. Ну, значит, Петропавловский. Красавчик. А как же масло открыть полиция маслом? Как давайте раз. Маслом, ребят, пойдем. Открывай масло, лей на себя! Ну что, в общем, Красноярск нас проводил достойно. Покушали, передохнули. Сейчас летим домой. Со мной, слава богу, никто рядом не сидит. Но в целом у нас полный самолет людей. Position and your tray table is stowed. We wish you a pleasant flight.